Инструкция для подачи заявления на получение электронной услуги «Постановка на очередь детей дошкольного возраста до 7 лет», чтобы поставить ребенка в очередь для получения направления в детские дошкольные организации, необходимо зайти на главную страницу системы и выбрать услугу «Постановка детей дошкольного возраста на очередь в ДДО». Далее производим вход в личный кабинет при помощи ЭЦП, выбрав из списка место хранения ключа. И нажимаем «Выбрать сертификат». После загрузки ЭЦП ключа вводим пароль и нажимаем «Ок». При корректном вводе пароля отобразятся данные владельца ЭЦП. Нажимаем «Войти». Если же это ваш первый вход в систему, необходимо указать электронную почту. Затем выбираем раздел «Постановка ребенка на очередь в ДДО». Загрузится страница с описанием услуги и подробной инструкцией. Подтвердив ознакомление с инструкцией, нажимаем «Подать заявку». Откроется форма заявления, где данные о заявителе автоматически заполнены данными из государственной базы данных «Физические лица». На данном шаге заполняем электронную почту, номер телефона и нажимаем «Вперед» для перехода на следующий шаг. Просим обратить внимание, при подаче заявления важно указывать актуальные данные, так как на указанный имейл и номер телефона будут поступать уведомления. Далее вводим информацию о ребенке, указываем имя ребенка, при наличии льготы помечаем галочкой поле «Льготник». Затем выбираем из списка категорию льготы и прикрепляем скан копии подтверждающих документов. Прикладывайте только качественные копии всех документов. В случае вложения некорректных документов вам будет отказано в зачислении в дошкольную организацию. После заполнения формы заявления нажимаем «Отправить» и загружаем ЭЦП-ключ. После загрузки ЭЦП вводим пароль и нажимаем «Обновить список ключей». Отобразятся данные выбранного ключа. Нажимаем «Подписать». При успешной регистрации отобразится окно уведомления и ссылка для скачивания документа. Нажимаем «Ок». Чтобы открыть журнал поданных заявлений, выбираем раздел «Журнал заявлений». Для открытия заявления нажимаем на строку заявления. Отобразится информация по заявлению. Просим обратить внимание, каждые 12 месяцев с момента постановки заявления в очередь необходимо подтверждать заинтересованность в получении места в детскую дошкольную организацию. Для этого нажмите на кнопку «Подтвердить заинтересованность». В случае неподтверждения заинтересованности ребенок будет снят с очереди.